Большой привет от ребят из Казахстана, Минска, Дагестана, Москвы и Красноярска. 8 команд, именно столько клубов на 3 дня объединил международный турнир памяти Геннадия Смертина. Человека, который не только воспитал классными футболистами своих сыновей, с которыми занимался по индивидуальной программе, но и дал ума еще множеству мальчишек. Геннадий Смертин просто любил футбол. Я помню прекрасно, когда я еще был таким же, как вы, ребята. Вот я еще не понимаю, буду я футболистом или нет. И вообще тогда профессии футболиста не было, контрактов миллионных не было. Вот просто была неистовая любовь к мячу, вот к тому, чем ты занимаешься. И я призываю вас сохранить вот эту любовь с этого возраста, вплоть до окончания профессиональной футбольной карьеры, чтобы вы подходили с любовью. Потому что футбол — уникальная игра. Международный турнир проводится уже 8-й раз. Растет и география участников, и ежегодно статусность. У каждого юного футболиста спортивная жажда победы. Да, на площадках будет бескомпромиссная игра, борьба. Все будут показывать свой настрой и спортивный характер. Но за пределами футбольного поля, за пределами спортивной площадки, конечно, вы, ребята, и вы, и ваши тренеры, все ваши наставники, наши дорогие, любимые гости, мы сделаем все для того, чтобы эти дни у вас в Барнауле, в Алтайском крае, прошли замечательно. Игры проходят на главном стадионе школы Алексея Смертина. Начало в 10 утра. И все выходные команды будут выяснять отношения на групповом этапе. А уже в понедельник в 14:30 состоится финальный матч. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.